Знакомство будущих специалистов с одним из крупнейших предприятий республики. Сегодня для студентов Инженерно-технического института провели экскурсию по Тиратексу. Все начинается на предельно-ткацком производстве. И лучшая пряжа из лучшего хлопка, и любая экскурсия на предприятие. Потому что именно здесь рождается то, чему впоследствии суждено стать почти легендой в текстильной промышленности – продукция компании «Тиратекс». Вот и сегодня будущим инженерам начали рассказывать и показывать все с самых азов. Мы хотим, чтобы они четко понимали будущие сферы их деятельности, области приложения их знаний, которые, как мы надеемся, они получат достойные в нашем университете, и будущие базы практик и в дальнейшем места рабочие. Как из хлопка делается пряжа, какой путь она проходит потом, чтобы стать, к примеру, комплектом постельного белья, объем выпускаемой продукции и применение современных технологий на предприятии. Здесь студентам рассказывают обо всем. Ну а тем, кто впоследствии придет сюда на практику, особенно интересны технические детали и автоматизация производства, за которой будущее. Я думаю, это уникальная возможность была для студентов увидеть то, чему они будут дальше обучаться следующие 5 лет в университете, в институте. Да? Потому что на предприятии за последние годы, да, были введены множество таких новых технологий, новых идей, которые разработаны в мире текстильной промышленности. Разумеется, оно связано с автоматизацией систем управления. Подобные экскурсии на Тиратексе – традиция. Чтобы увидеть своими глазами масштабы производства, сюда приходят и школьники, и студенты. Первые скорее из интереса, вторые – закрепить, так сказать, теорию практикой. Много слышал, но ни разу не был. Вот первый раз попал сюда и очень рад, что попал. Многое слышал, что данная продукция продается и в Европе. Вообще интересно здесь. Большие производства. Очень интересно смотреть, наблюдать за всеми этими процессами, как происходит изготовление, обработка хлопка, как ткани производят. Сегодняшняя экскурсия для будущих технарей завершена. Завтра на предприятии ждут других студентов. На этот раз из Рыбницкого филиала ПГУ. Чтобы рассказать о гиганте текстильной промышленности и о нюансах его ежедневной отлаженной работы. Инга Гудаль, Андрей Овчинников, ТСВ.